когда решил попить кофейку, а у твоих рыбок получилось болото. Вот такая вот страшная вода. Но самое страшное еще впереди. Там на балконе какие-то звуки. Пойдемте посмотрим, что там происходит. Ты поночуешь? Что тут делаешь? Играю стримеру. Стримишь? Да. Тебе удобненько? Как ютубер. Да? Только в Майнкрафте, да? Да. И никто не знает, что на самом деле у тебя нету компьютера. Да. А на самом деле ты из чего стримишь? Я просто видео снимаю, все. Стрим у тебя откуда войдет? С балкона? Да. С кресла? Да. Тут у тебя водичка еще есть, да? Да. Попей водички. Я попила. Микрофон нормальный? Да. Ничего. Скоро все подбираешь, да? Да. Я ищу свою деревню, я не могу ее найти. Я уже полмира, наверное, бежала. Ты потому что ты стримишь в чужом миру. Это мой мир, не лезь в мой мир. С вами майнкрафтерами просто не договориться. Да? Нет, просто Майнкрафтера второго надо, чтобы мы вместе стримили. Ну так он с Тошей вместе стримьте. А у него Майнкрафт есть? Ну конечно. О, давай. Звони. И что? А, ночь наступает. Что такое? Теперь у меня нету ничего такого. Нету кровати, кровать.